А под Харьковом неизвестные подорвали автомобиль, когда в нем находился директор агропредприятия. Это произошло в селе Староверовка в 7 утра на территории одного из местных фермерских хозяйств. Как сообщили в полиции, взрыв прогремел, когда мужчина завел свою Ниву. В автомобиле вылетели окна, искорежены двери. Предприниматель не пострадал, ехать в больницу отказался. В полиции открыли уголовное производство по статье «Покушение на убийство».